Ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Димка и Пелемешка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва воров». Здорово, ребят. Всем привет, ребят. Итак, друзья, сегодня мы прибыли с Димкой и Пелемешкой записывать для вас новенькую серию по шоу «Битва воров GTA 5». И, друзья, сегодня мы прибыли в очень необычное место, потому что, ребята, сегодня у нас объявили штормовое предупреждение. Короче, гляньте, что происходит в городе. Полгорода уже затопило водой, поэтому сегодня мы будем с ребятами. Поэтому, друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, а у нас ограниченное количество времени, пока город еще сильнее не затопило, поэтому, братишки, разлетаемся и поехали угонять тачки. Let's go. Ну что же, хватайте все, что видите, угоняйте вообще все, потому что здесь, офигеть, там реально полгорода затопило. Я нахожу самое дорогое, что может быть в этом райончике, это семеру, короче, забираю. Ну, вы поняли. А, окей, однако мне показалось, ли там фанера изнутри. О, прикиньте, изнутри, короче, тонер как будто фанера. Окей, ладно, неплохо, я забираю первую тачку. Это хасанская семерка и вау-вау-вау-вау-вау. Тихо-тихо, ну такую, ребята, забрать, конечно, сегодня нужно было обязательно. Парни, рассказывайте, как там у вас дела? Угоняете? А более-менее, пока да. Да, угоняете? Тихонечку. Окей, я пока здесь, ребята, кучку свою собираю. Еще там как-нибудь другую ставьте отдельно от меня. Я пока привез первую тачку, и мы поехали дальше. Как там у вас дела? Чего вы там вдвоем пока везете? Я вижу по карте, ну-ка показывайте. Я семерка, он О, BMW. Ничего себе, тоже семерку ты угнал, прикольно. Так, ладно, поехали. А вдруг что у Майкла есть? Сейчас быстренько буквально посмотрим, потому что райончик такой, как бы, знаете ли, ну, не из дешевеньких, но здесь пусто. Здесь пусто, я уже внимание как бы обратил. Ага. Вода, мне кажется, что уже поднимается все выше и выше, поэтому... Ну, поехали... Нет, не сюда, поехали вот сюда, ребята, потому это что прилив, здесь... Блядь. Ну, да, главное, моих чтобы... Эмоций. Прилив твоих эмоций. Ну-ка, поехали, конечно. О, не зря заехал. Ты что такое? Ема, вот это точило, новенькая, но, новенький Дюранго, братан, ты знал то, что есть новенький Дюранго на расширениях, ты об этом знал, нет? Я, короче, чё ты? Окей, вопросов нету больше. Ой-ой-ой, ема, да, ема. Ничего, вроде все хорошо. Все хорошо? Я так, жить, ты чё? Я пока вторую тачку забираю, друзья, везу ее на базу уже. Как там у вас? Рассказывайте, настроение, все хорошо у вас, да, успеваете? Ну, я, короче, одну тачку каким-то образом чудесным своей фурой раздавил. А, серьезно? Ой, Димон, тихо-тихо, Димон, нет! Че это было? А где? Я остановился. Ты что сделал? Она вообще улетела и припарковалась впереди, это бэха пелемехи, алло, Димка, а, да? Что творишь? А я не видел ее. Нифига себе, я ты что сделал? Ну, так, в повороте. Она вообще исчезла и потом появилась, ладно, короче, по две тачки мы угнали, потом тачку пелемехи мы отремонтируем. Так, ну-ка, может быть, что-нибудь здесь, а ну-ка, maybe, ого, что-то такое. Ой-ой-ой, я знаю, что это новый эксклюзивчик от нашего подписчика, это новый полицейский мустанг, новый, буквально вчера я его поставил на сервак, и вот он, офигеть, ну-ка, что он быстрый, ема, он быстрый. Охренеть, точело, пацаны. Это моя третья тачка, я потихонечку. Так, я ни во что не врезаюсь. На всякий, про всякий. Что там угоняешь? О, Димон Урус пригнал. Неплохо. А пельмеха там что везет? Ну-ка, показывай. А, УАЗик, нема, это очень круто. Это очень круто, да-да-да. Так, ладно, ребята, короче, на самом деле я три тачки-то угнал, но как бы там видел еще одну. Будь здоров, будь здоров. Так, я кое-что еще вижу. Кто-то просто тачку... Гляньте, короче, Бугатти почти тут затопило. А там буквально люди... Ну-ка, давайте-ка мы сейчас запрыгнем сюда, вот посмотрим. А, ну-ка, можно как-то я заберусь? Спасибо. А, люди свою тачку спасали, гляньте, запарковали акулу на крыше. Чего? Как это вообще было возможно? Это что такое? Что такое, что братан? Это за самолет? Где космолет? Я, короче, пока Бугатти забираю, ребята. Ну, новенькая крутая Бугатти. Так я пока сейчас приеду, посмотрю, что вы там забираете, потому что даже интересно. А, что такое там пельмеха? Рассказывай, емаюсь я. Что такое? Сейчас увидим. Что такое? Серьезно? Диман, убирай, все взорвется. Диман, все взорвется. Убирай быстрее тачки. Диман! Все помянем. Я вас понял. Диман остался без машин сегодня, видимо, да? Ладно, потом, видимо. А где байки? Байки, байки, байки! Ой!
Короче, я пока все не взорвалось, я пока все отодвину вот так вот по максимуму, что мог спасти, я спас. Ну, капец. Да, пока там ребята разбираются со своими тачками взорванными, ребята, я пока забираю байк призрачного гонщика. И теперь вопрос, как же мне спасти те самые тачки и угнать их? Я вот пока не знаю, но надо что-то, ребята, придумать обязательно. А там даже машины как-то пытаются ездить. Чего? Так, давайте подумаем. Ладно, давайте, может, как-то постараемся, ребята, просто буквально... допрыгать до этой тачки. Я не знаю, как ее забирать, потому что реально, гляньте, все утонуло, просто все утопилось до конца. Ну, давайте, не знаю, может быть, чисто из-за того, что монстр-трак как-то получше, чем сделать. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Конечно, шноркеля нет, ребят, но... О, а я пока еду, да? А я пока еду. От первого лица можно как-то? От первого лица, разумеется, уже как бы нельзя, но я еду, ребята. Я еду. Она едет. Да-д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 а. А вот... Гляньте, он реально под водой едет. Нифига себе тачка. Это имба. Так, короче, тачку я уже, ребята, привожу. Это моя пятая тачка по счету. Что там у вас рассказываете? Как там у вас? За последний еду. А, за последний, я вас понял. То же самое. Так, а что у вас там по тачкам? Вы их отремонтировали или как? А, у Димки... А, да, Димка отремонтировал, окей. Окей, ребят, в принципе, тогда я тоже поехал за последний. Здесь, конечно, стоит уголек в виде BMW пельмехи. Ну ладно, это бывает такое, бывает. Ничего страшного. И, короче, ребята, мы... Да, мы стартуем уже за последней тачкой на сегодня. А где? Подожди, я же не видел еще, да, буквально последнюю машинку. А я... Сто пудов, ребята, где-то в воде еще есть. Сто пудов. Сто пудов, я в этом почти здесь, уверен. Здесь Гранд Чероки. Чего? Вот это прикольно. А, так, ну-ка, давайте-ка сейчас я туда, ребята, как-то допрыгаю. А, вот так вот. О, хорошо. Тоже буквально, видимо, как-то люди свои тачки спасали. Но, короче, гляньте, город, ребята, полностью затопило. И давайте мы сделаем так. Давайте мы соберем 4000 человеков, а для вас сниму новенькую серию вот с цунами, с такими вот затопленными городами в GTA 5. Это, я думаю, что будет максимально прикольно. Так, все, я отсюда выезжаю кое-как. Ну, для этой тачки вообще особо проблем даже не было. Она спокойненько выехала и все. Окей, пацаны, вы там все же, по идее, привезли, да, я так понимаю? Поэтому сейчас как-то я так все, да. Доберусь до базы кое-как, если, надеюсь, получится, потому что максимально здесь есть небольшие такие проблемы. О, фига! Пожарка в дрифте ехала, чего? А где мои машины? А где мои тачки? Диман? Ну, Диман, ну что ты опять там сделал? Ну, дайте я их обратно верну. Вот они мои. Два, три... 4, я... А где еще? Где 5-6? Я больше не знаю, вроде все там должны быть. Ну их здесь нету, Диман, опять тачки мы попортим. Ну тогда верни их обратно. Окей, все машины я вернул на базу. Итак, что сегодня угнал я? Полицейский Мустанг, Бугатти, вот такая вот Жигули. Еще, ребята, Монстр Трак, Дюранга и вот такой вот Монстр Трак. У Пельмехи здесь BMW, Чероки тоже, однако, слушай, прикольный на самом деле. А Лайнсер обалденный, реактивка у вас. Офигеть, здесь подборка так-то у Пельмехи очень крутая. А у Димки здесь КамАЗ, М4, Порше, Шаха или Семера, БМВ и Урус. В комментариях пишите, коточки покруче, по вашему мнению. Мы пока берем быстрые машины, поехали на первое испытание. Let's go. Давай. Окей, друзья, время для нашего первого испытания. И это, ребята, испытание под названием «Спринт-гонка». Давненько мы не делали таких нереально крутых и быстрых испытаний на таких нифигенно крутых тачках. У меня к тому же, как я понимаю, тачка, если я не ошибаюсь, из, опять-таки... Это Десептикон, точно! Вот, я вижу уже по логотипу спереди. Это же Десептикон у меня. Окей, стартуем мы на счет 3. Ехать нам 10 км. 1, 2, 3, гоу! Ой. Так, ну здорово, как говорится. Ломаем забор и поехали. Окей, ребята, посмотрим, кто в этой гонке у нас победит, ребята. Не поворачивает. И... Реально? Ну, интересненько. Ребят, для вас есть одно очень важное задание. В комментариях напишите максимальную скорость этого мустанга, которую вы сегодня увидите. Что такое у вас там, ребят, рассказываете? А, он выпилился, Пельмеха, улетел. А, серьезно? Понял. Диман, у тебя как дела, рассказывай. Едешь пока? Тоже выпилился. Давайте, пацаны, потихонечку там езжайте, но главное не догоняйте, потому что я должен быть первым сегодня. Стопудово. Уай! Понял. Немножко меня здесь развернуло, малеха, поэтому интересности, что же будет дальше, но, ребята, надо очень постараться быть первым, да поэтому... Да что ж такое, ты меня тоже как-то... Ну, я вроде как почти удержался, почти не считается, поэтому поехали дальше. Уай, Диман, здорово! Диман, уай! Это было?
Да, это было, видимо, двойной удар. Так, здесь налево. Да, был я. Перемехи по карте вижу, там летает. Ой-ой, тихо-тихо, Диман! Ты это чё? Я тебя? Да, конечно, ты меня. Кто же еще-то? Кто же еще-то? Так, окей, Димка впереди пока. Но, ребята, надеюсь, что Мустанг сделает сейчас. Даже прикиньте, скорости карта не загруж... Что? Молодец. Ты видел этот прикол? Нет. Но ты подлетел на боте, взорвав его. Да, но здесь есть один прикол, который, возможно, сейчас, ребята, реально сработает. Диман отлетает. Я только встал. Я газ не нажимаю, она разгоняет. Я газ. Что? Я лечу. Я просто лечу куда-то. А куда я лечу? Я знаешь, что прикол? Что, новый Бэтмобиль? Да, кажись. Кажись, да. А можно я уже приземлюсь куда-нибудь? Эу. Слушай, ну нужно заехать туда, поэтому ничего не знаю. Я, конечно, все понимаю, но... Чего это сейчас было? Я, конечно, все понимаю, но что это было? Чего? Как это так это было возможно? Ладно. Карта реально не загружается у меня. Что за бред? Просто что за прикол? О, здорово, пацаны. Вижу пельмеху. Тун-т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 ун. Так, осторожно, догоняем пацанов. Сейчас, ребята, возвращаемся на трассу, поворот налево. Так, пельмеха убрался, пельмеха авария поймала. Да-да-да, есть такое. По дороге едем. По дороге едем здесь налево. Димка пока первый. Димка идет впереди, но на долгой линии. Не, а Димка не заехал, а я заехал. И встрял. Финиш. Куда? Что, здесь дома нету? Или есть дом? Здесь дома нету? А! Короче, фишка в чем? Надо именно упасть, получается, в эту подкарту, короче. А, да, сейчас. Первый у нас. Да, да сейчас, конечно, да-да, придумывайте свои сказки, да-да-да. Ну ладно, ребята, получается, это был мой балл, да, потому что я заехал первый в итоге. О, я вернулся обратно. Ну, это нереально крутой мустанг, поэтому ставьте лайки, мы идем дальше. Окей, друзья, испытание дерби. И здесь три тяжелые тачки. Но пока две, мы ждем пока пельмеху. А вот все, пельмеха с нами, друзья. Три тачки на испытание дерби. Цель выкинуть соперника два раза. Ну и как бы победить два раза даже, я бы сказал. Поэтому стартуем мы на счет три. Один, два, три, гоу! Ага, понял сразу. Диман такой пельмеху. Я такую Димана. И... Чего? Да ну! Ну! Ой, куда это? Я стартанул. И пельмеха пока тоже, да, выпилился? Оба, да ну! Оба. Что за приколы? Алло. Отлично. Так, ладно. Раунд номер два. Поехали. Давайте. Пельмех-то где? Пельмех вернулся. Поехали, начинаем. Да-д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 а. Мимо. Ага, отлично. Отлично. Пихай. Ты серьезно, молодой. Добивай его. Пускай пока живет. Пускай пока живет, молодой, он там скатывается. Я сомневаюсь, что он будет жить. Нет. Не-не, меня не надо! Пельмеха пока да, жив. Пельмеха минус. Не, он жив еще, нужно именно упасть. Это как сейв, да, считается. Поэтому... Так, нормально. Пельмеха летает просто у меня. На, Димон. О, пельмеха, давай мне там это сзади. Да помогай Димана выкинуть. Диман уже бал есть, нужно Димана выкинуть. Да, конечно. Да, конюшня, конечно. Так, давай. О, тихо. Пель? Нет. Нет. Сейф есть. Падай. Сейф есть, а пельмеха упал, да, получается? Диман, так? Ты не победишь! You shall not pass! Так, все, улетай. Шавада-то. Шавада кидала. А выпадет уже! Подожди, я в слезах весь не могу, смешно. Диман, давай уже это, давай там трум-пум-пум, делай там это, выкид уже. Все, полетел! Бум! Выкид? Ну, в смысле, падай уже отсюда. Делай дроп, давай. Аирдроп, давай. Давай аирдроп, Диман. В смысле, взорвусь, почему? Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, ты что такой? Все, полетел. Ты горишь? Я горю, да. В смысле? Не хочу. Все, хана тебе. Диман, все, давай, Диман, взорвешься, быстрее проиграл. Выкинуть. Ну, да, только если ты быстрее не выпадешь меня. Диман, выпадет, вот это нормально, я горю, но ребята жив, да, жив самое главное, окей. У нас с Димоном ничья, поехали, let's go. Понял. Иди-ка ты... Выпади. Иди-ка ты нафиг, не-не-не-не-не-не-не-не. Я говорю тебе выпади. Нет, не хочу, не буду. О, Димон застрял, что ли? Я хлопану тебя. Нет, как так,
это было вообще прям обидно. А, пельмеха выпал. Пельмеха выпал. Диман был на краю. Блин, как я так проехал мимо? Чисто за подвески, видимо, это вот, которая прыгающая, видимо, да. Ну ладненько, бал Димкин, и мы идем дальше. Окей, друзья, испытание Drag Racing. Две BMW, M8 и M5. И Bugatti вот такая вот просто нереально заряженная. Стартуем мы с ребятами на счет 3. Желаю всем удачки в этой гонке. 1, 2, 3, гоу! Полетели. Так, Пельмеха вырывается вперед. Мы с Димкой пока бодаемся за второе место. Я вырываюсь, обгоняю Димку. Пельмеха впереди, на Пельмеху не догоняю. Ненадолго, дядя, ненадолго, говорю тебе. У Димана обгоняет меня, что ли? Да ну ты кто? Я ладно. BMW M5. Ну куда вы все едете? Понял. Так, ну, а, все, да, и вы пошли. И вы пошли, вы оба пошли, да, газ в палас. Блин, ну ладно. Это было близко, но это... Куда пошел? Пельмеха, только будь ты первый, плиз, Пельмеха, будь первый. Финиш, да, все, да, за Пельмехой. Окей, получается, сейчас у нас по баллам у всех ничья, у каждого есть балл сегодня у нас во всех, за все испытания, поэтому прям... Что, здесь огонь? Почему огонь? Чего? Здесь огонь горит. Все потух. А, Димон, ты потек, я понял, да. Короче, окей, да, мы записываем баллы и идем на последнее решающее испытание. Окей, друзья, это у нас испытание съезд горы Чили. Ну и в принципе, все очень просто. Мы должны просто съехать с горы, поэтому, Диман, стартуй. В этом испытании мы газ и тормоз не нажимаем, лишь крутим рулем. Поэтому я, короче, не вписался, если что. Да, Диман, езжай. Все, мы поехали и посмотрим, кто же будет дальше. А Пельмеха там сзади меня вроде когда поехал. Я, в принципе, пока в... Ну, еду тоже здесь с Димкой поехал. Порш так вообще имбовый, если я не ошибаюсь. Пельмеха там летит. Пельмеха, взорви Димку. Ас, кстати. Вообще же имба была бы Димона взорвать. Пельмеха я там... камни. Пельмеха на УАЗике улетел. Пельмеха, еще просто перекрывай проезд для Димана и все. Если что, на будущее. Что это он против меня играет? Ну, не против. Перекрывай ему дорогу. Ну, мне тоже, да, базар ноль. Просто я-то, по идее, его проеду из-за подвески. А ты, по идее, нет. Кстати, по накату ездит, Зик. Да, а вот у меня пока непонятно, потому что я на крыше тупо чилю. У меня Порш вообще имбище. Реально? Так, а я могу как-то перевернуться уже? Я же должен перевернуться и поехать, по идее, да? Я правильно понимаю? Ой, да-да, в ту сторону лучше. Так, я перевернулся и вроде как еще пока еду. Ну, как еду? Скорее, просто как колобок скатываюсь, но... Так, можно как-то перевернуться на колеса и поехать по-нормальному уже, нет? Так, все, я... У меня в дырку, он на сотке залетел, Порш. Окей, я поехал. Ты прям все уже, аж там, на финише, серьезно? Я вторую дырку проехал. Чего? Пельмех, а ты где? А ты встал, что ли, Пельмех? Или как там сейчас? Я к первой дырке подъехал. А, понял. Так, ну ладно, я тоже пока еще еду, ребята. То есть я пока не сдаюсь, но против Димона в тачке, как бы, камон, а что делать, не знаю даже. Ладно, здесь я малеха. Это вообще жестко, я давно тут не был. Ух ты, я как дерево обнял. Прикиньте, как дерево обнял. Блин, жестко, да? А нет, я еще... Ну да, все, встал, получается. Я встал, окей. А где там вы? Давайте пока подрубаем... давайте мы пока прыгнем в тачечку к Пельмешке. Пельмеха у нас едет, видимо, встал тоже здесь. Чтоб ты понимал, окей, ну, я ну. Обычно в воде же тормозят тачки. Вот если посмотреть до этого, как раз-таки там такой, знаешь, змеиный участок с водой. Ага. Я по нему проехал вниз. А, серьезно? По нему я проехал, понял, да? Я понял, да. Друзья, ставьте лайки, собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия по этому классному шоу. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.